Ована, народ, всем здорово! Если вы первый раз на моем канале и видите вот это вот странное название Турбонуб, то я вам объясню, это просто подборка таких вот прям капец зашкварных моментов. Ну, в частности, в Counter-Strike. В общем, это вторая часть подборки, всем приятного просмотра! Смотри, вот это один глаз. Второй, это брови. Вот это рот. Похоже. Вау. Почти. Попробуйте еще раз. Ну просто тиммейт. Прям трындец. Да за ш... Ну. Я помог их убить. Да, ты принял саму счастье, самое прямое. Пошли, ну будь дальше. Чё нам тут делать вообще? Бля, меня зафлешили, взяли! Какой? А, это я. Да, кстати. Это не я был. Спасибо огромное. Ну. О, непогано. Может быть, сейчас я зафлешу. Хотя, может, да. I see. Не выйдет. Блин. Он один остался, давай посмотрим. Не-не-не, иди к нему. Куда? Да я сейчас сделаю вид, типа, туда, но я туда. Говорили, что ты на бой идешь, это 40 секунд. Все, good тактик. Думаю, что я там перестреливаюсь еще. Я такой, хоп, резко на Б, ретейт. Да, иди на Б, отлично. Блин, ну мне кажется, он уже тоже. Конечно, он уже тут, он уже на синий. Fucking fuck. Блин, стрёмно, стрёмно. Уп. Так, вроде шагов не было еще. Сейчас будет профессиональный AVP-чек. У меня идея поинтереснее есть. Если он с мейна придет. Да пофиг. А я дострелю. Хоть поглядывай туда. Да, тут, там неинтересно, мне тут надо двигаться. Ты верил? Ага. О. Это, а, смотри на картинку. Это PewDiePie. Ого. Справа сверху. Все серьезно. Знаем, играю. Играл PewDiePie. PewDiePie. О, смотри. О, мы их нашли. Первобытное поселение. Смотри, смотри, они развивают свой интеллект. Знаешь, как играть в Pictionary? Не, что это? Это крокодил. Что? Крокодил. А. Окей, давай. Да, я рисую. Да, а, о. Я тоже умею рисовать. Ого. Собачку рисуешь, походу? Или еще? Я притворюсь, что... Что такое? Блин, да ну. Сэр, мне кажется, ты просто дерьмово рисовал, вот и все. Не, у нас его позабрали. Нинджа, тактикс! Блин! Ты что ж так не везе? Там есть. Вау, я просто навився и все, и сразу. Там не изичнее, давай ножом просто.
Нож Зиус. Ладно. Я Зиус не успел вытащить. Ой, дебил! Ой, дебил! Ясно. Слева. Иди пойди, у тебя бомба. Сука, дебил, бля. Есть флешка. Держу, не тут и в курсе. В смысле, у тебя есть флешка? Он дефьюзит. Да? Да. Палец. Мне тоже осколок прилетел. Там я твой, там. Я спасу своего тиммейта! Красава! No. Все, пацаны, вам трындец, я взял дигл. У, кацо, дженю. Це нормальна п'єтра. Кацо, мерда. Блин, ну надо было ж так промазать. Их должен сдержать. У нас новый тиммейт. Я его почти на нож насадил. Он мне голову поставил. Жека, хорош. Такой, не, такой, знаешь, я не буду его с пистолета убивать, возьму-ка я нож его зарежу, такой хэд прилетает мне. Слышу шаги где-то, третий. Сити пошел. Сити. Согласен, сити. Сзади Артем, нет? Мне показалось? Да вроде, сейчас ляп. Не. Заходим. Блять! Да это дамбл, это забей какой-то. Як він по мені не попав? О! Блін! Я то за живом стріляю! Вау! Ти такого вбив! Я полюбився! Що за хрень вообще? Добей його, Артем, у тебе попасть не можна. Його невозможно бити, у нього чіти стоять просто. Пулі рикошет такі з силового поля. Це я лагаю или... Я не понимаю. Це раз перестрелка така. Що за перестрелка косы? Ну наконец-то! О, сколько патронов можно не осадить вообще? Блин, просто! Я... Ты шлюха, блять, а не гей. Ого. А тут обидно кому-то, наверное, стало. Что, шлюха не может быть геем? Философский вопрос. Что за гомофоб тут еще? О, тут кто-то есть! Я его на карте увидел. Да, у меня тоже, кстати, отметился. Не, ко мне иди. Пожалуйста. Просто заходами убываем, ни за что их не считаем и все. Там шорты сидим. Проходит. Как есть, так и не будет. Уклонка и на сайте уже. И зерашим просто их и все. Ох, там Дигл Про, походу, смотри. Блин. Ужас. Ничего себе. Вау. Он взял, что ты же не первый раз такое делаешь. Блин, як я не отдал хэдшот, если я не пронтал. Сзади пистолет лежал. По пульке. Да нет, у меня 4 хватит. 4 патрона от тебя будешь. Да. А хоть одного, ну блин. И у нас получается, и мы хотим его сделать. Ой, сорян. Блин. Они не у меня. Они там. Ой, сорян, чувак. Бля, посылся! Ай! Что за срать будет?
Ну все, вот уже конец видео. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и зацените мое новое аутро. А также пишите комментарии, чтобы увидеть их в следующем видео. Огромное спасибо всем и пока.